первый раз снимала дроном. Вот иду назад. Тут не все так просто. Тут надо разрешение было взять на ресепшене. Сказать, прийти, можно снимать вот только вот на этом мосту и только влево и вправо летать. То есть особо тут не разлетаешься. Вот. То есть там на мосту сидят security. Вот. Короче, руки дрожат, потому что очень страшно вот эту фигнюшку, этого жучка маленького. Он такой тихий, мелкий, и он улетает очень далеко, и его глазами не видно. Становится очень страшно, потому что штука не дешевая, и очень жалко будет ее утопить в первом же полете. Ориентироваться приходится, когда он далеко улетает, ориентироваться приходится только по картинке, которую я вижу на экране телефона. А это очень сложно. Я, конечно, привыкну, управлять им тоже надо навык сначала иметь. Вот, ну, в принципе, не тяжело, но надо научиться. Он очень чувствительный и очень резкий, то есть нужно очень плавно рычажки двигать. Очень жарко сегодня у нас, не знаю, градусов 40, наверное. Здесь вот общий пляж, люди купаются. Я сейчас тоже приду в номер, переоденусь. И пойду купаться. Ну, хотя вода такая теплая, что она абсолютно не освежает. То есть из воды выходишь, и снова становится жарко. Для тех, кому интересно, вот так называется наш остров. Курий дуб. Остров и отель. Очень жарко. Так волнительно был первый полет. Такой волнительный. Кстати, я должна сказать, что... Особо секьюрити не следили, то есть как бы они сказали, предупредили, что нельзя подлетать слишком близко к пляжу, желательно не направлять дрон вообще на пляж, или либо очень издалека. Но, то есть, если я свой дрон не видела, куда он улетел и что он снимает, а в телефон они в мой не заглядывали, то есть как бы такую красоту не снять очень жалко, конечно. Жаль, что нельзя над домиками полетать. А причина вся в том, что, ну, во-первых, людям это не очень приятно, это понятно. Но самая главная причина, что здесь ванны, туалеты под открытым небом. И когда дрон будет лететь, можно заснять нечаянно людей, которые в душе или на унитазе сидят. Здесь у нас барчик у бассейна. Ножки можно помыть, но у меня сейчас все руки, к сожалению, заняты, не могу. Мы хотим сегодня еще сходить в ресторан и покушать лобстера. Очень дорогое удовольствие. После нескольких дней раздумья мы решили, что все-таки стоит на Мальдивах попробовать лобстера. Шиша стоит $25. Такие вот цены бешеные. И здесь везде под ногами песок. Будь то столовая, будь то бары, будь то простые дорожки. То есть вы когда прилетаете, можете сразу снять обувь и забыть про свою обувь на все время пребывания на острове. И это очень классно. Я сначала первый день как-то не понимала этого, все время шлепанцы надевала. Но потом шлепанцы залетают в песок, и песок между пальцев, как-то все время хочется почистить ноги. В общем, не очень удобно. И когда попробовала походить просто по этому мягкому песочку босиком, то я поняла этот кайф. Такое чувство свободы. Тут нет определенного дресс-кода. Налегке просят просто, ну, не приходить в купальниках, совсем уже в мокрых, открытых купальниках, вещах. Вот. А в основном тут не надо надевать туфли, какой-нибудь сарафанчик легкий, какие-нибудь шортики, футболочку. В общем, и это так расслабляет. Так, я не пришла еще наш номер. Вот это чувство, когда ты идешь босиком в легкой одежде простой, это так расслабляет, это дополнение к отдыху для меня, например. Очень классное чувство. Такая красота здесь видна. Так, наша вилла под номером 216. Мы вчера погуляли по острову, я считаю, кстати, вот такие такси здесь гоняют. Маленькие, большие, вот эта машинка. И можно в любое время позвонить. Так, я не туда пошла. Можно в любое время позвонить. Максимум 5 минуток за тобой подъедет такси. И будет тебя возить по острову хоть целый день, хоть 100 раз в день. С одного конца на другой. Или куда ты скажешь.
Так, вилла 210. Посмотрите, какой вид там открывается. 211. Я летала, пока батарейка не сядет. Осталось 33%, мне стало страшно. Я быстро садиться. Минут. Я не наблюдал его над морем. Так его и не видно. Он такой маленький. Смотрите, кто сидит под лежаком. Ящерица. Они бегают и прям меняют цвета. Она сейчас стала как песок. Мы сейчас, в общем, идем к крабикам, снимать крабиков. Пойдем, посмотрим, какая водичка сегодня. Солнце выходит. Может, распогодится еще. Жарко, даже без солнца. Вода, посмотрим, сейчас какая, наверное, тепленькая. Горячая вода. Такое вот сухое дерево здесь обнаружили с ракушечками. Я не совсем понимаю, зачем это делается, для красоты или желания загадывают люди. На сухие ветки. Кораллы надели. Какая красота здесь. Такие лианы висят. Все природа сделала. Ничего искусственного нету. Все натуральное. Красиво как. Спустя 5 минут мы уже дошли до конца острова. Конец земли. А вон соседний. Вон еще. Где? Крабик? Вот. Я не... А, вон. Водой смыло? Нет, вон его назад откинул. Маленький. Вон, да их много был. Здесь, посмотри. Вон, да. Тут, короче, рай для крабиков. Они все здесь тусуются. От них клещи там. Ну, даже не поймешь, что. Дай фото сделаю. Угу. Вот какая большая. Красивая. Ложить? Да. Но он не вылезет сейчас. Вылезет. Думаешь, ну это долго ждать надо. Он под цвет такой же, как эта ракушка. Пошел куда-то. Оп, спрятался. Много, я боюсь. Вот у нас. Ой, какой большой, дай снимать. А вон большие, сейчас уйду. На, посними. Пошли, 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 пошли. Он вон вот так сделал. Вон большие, видишь? Боже, их тут дофига. Залазь сюда. Да подожди, дай мне, не могу смотреть. Вон полезли. Птица улетела какая-то. Я боюсь туда подходить. Чего они не шевелят? Муха какая-то. Я боюсь.
я пошла на обед. Сегодня одна на обед иду. Артур не захотел, он пошел нырять, не голодный. А я что-то проголодалась. Вот. Пока иду, хотела рассказать. Снимать фронтальной камерой так удобно, буду идти и рассказывать. В общем, я хотела рассказать, что я вчера переборола свой страх. Вчера я и надела маску и нырнула. И я не жалею об этом. В общем, все, кто тоже боятся, так же, как я себя вообще в воде очень неуверенно чувствую. И если дно там какое-то неровное, с камнями, мне сразу становится страшно. И я не могу, в общем, плавать в такой воде. Ну, а нырять то тогда вообще. А вчера была очень спокойная вода. Дно прямо как зеркальное. Вода не зеркальная, а прозрачная, как стекло. То есть все дно просматривается очень хорошо. И было очень прикольно. Очень прикольно вчера плавать было. И я решилась, в общем, надеть маску и нырнуть, и посмотреть подводный мир. И это такая красота. Я не пожалела об этом, поэтому хочу сказать, все, кто боятся, не бойтесь, пересильте себя и попробуйте. Вот, очень интересно. И на самом деле, я думала, это намного тяжелее с маской, с трубкой дышать, плавать. Это очень прикольно, очень легко. Вообще, мне очень понравилось. И да, чувствую, новое хобби у меня назревает. Какие красивые рыбы там были. И прозрачные, и черные, с каким-то рогом. Одна была огромная черная рыба, и какой-то у нее впереди вот такой острый рог торчал. По дну плавала, собирала что-то там, кушала. Вот. Маленькие, яркие рыбки. Также я видела огромную черепаху. Когда я ее увидела, я завизжала под водой от восторга просто, потому что такая огромная черепаха, я еще таких никогда в жизни не видела. И она так свободно плыла, но когда я завизжала, она от меня подумала, наверное, какая-то дикарка. И она от меня подальше отплыла. Короче, я ее потеряла, к сожалению, только совсем чуть-чуть видела. Вот, короче, красота красотой. Акул видели мы только сверху, слава богу. Но они здесь есть, маленькие рифовые акулки. Вот, скаты. Короче, богатый подводный мир. Очень классно здесь. Очень красиво. Вода. Вон ящерица побежала, кстати. Я вижу ее хвост. Ящерицы бегают и меняют так ловко цвета. Становятся то зеленые, то красные, то коричневые, смотря на чем они. Где останавливаются, на чем сидят. Очень круто. Рассказать еще немножко про воду в океане. Она вообще не остывает. Если солнечно, то она очень-очень теплая, даже горячая. Я думаю, градусов, наверное, 27-28. Вот. Но в такие дни, как сегодня, более-менее пасмурные, она просто теплая. Очень приятно заходить в воду. Да, в общем, я в восторге от этого отпуска. Вон еще одна ящерица побежала. Такие смешные они. Я хочу поймать, как они меняют здорово цвет. Ящерки. Вот она сидит на досточке. Вот она. Какой у них длинный хвост, это ужас просто. Сегодня вечером мы идем вот в этот ресторан. Это ресторан морской еды. Посмотрим, что вкусненькое там будут давать. Он не входит в All Inclusive, за него надо платить отдельно. Заказывать блюдо и оплачивать. Тут, кстати, есть азиатский ресторан. Тоже можно заказывать столик. И ужинать на берегу вот с таким вот видом. Я, как всегда, хотела взять только суп, но не получилось пройти мимо. Немножко расскажу свои впечатления о еде и о местных жителях, о малийцах. Ну, не местных жителях, а местных рабочих. Так, у нас питание 3 раза в день. И мы заказывали себе путевку All Inclusive. Заказывали
виллу на пляже. Когда мы сюда прилетели, нам дали All Inclusive Plus. Если честно, я даже не знаю, в чем разница, потому что, по-моему, это практически то же самое. Я уже не читала, не интересовалась. Местные жители гоняют по острову вот на таких вот машинках. Начну я с того, что мы забронировали виллу, вот такую вот виллу на пляже. Когда мы сюда прилетели, нам дали лучшую версию, нам дали виллу на пляже с джакузи. И это, по-моему, лучшее, что могло произойти, потому что я считаю, что мы находимся на самом лучшем месте острова. У нас самый чистый песок, самый красивый вид. С нашей терраски открывается очень классный остров. Впечатлений много и воспоминания, конечно, будут надолго, я думаю. Смотрите, какие лианы, какая красота здесь, такая природа необычная. Такое дерево. Здесь, кстати, можно сесть и подождать багги. За вами приедут, отвезут, куда скажете. Так, ну а я иду в нашу виллу. После вкусного обеда можно лечь поспать. Позагорать, если солнышко сегодня нас порадует. Наш номер 216. Вот она. Как мне нравится ходить босиком. Вы себе не представляете, какое чувство свободы, расслабленности это дает.